Всем привет! Наконец-то мы сегодня обжились автомобилем. Вот такого красавца подхватили. Наконец-то! Уже задолбалось я ходить пешком. Реально, без машины в Америке просто жопа. Вот такая вот штука. Не знаю, кстати, в России есть такой или нет. Но опять же, Ford. Вот так вот. Полный привод, причем limited. Вот такая вот штука, такие вот три диванчика полностью. А там, кстати, еще сверху там что-то кондиционер еще какой-то один дополнительный люк еще, кстати, есть. 3 литра мотор. Ну, вроде как это, конечно, это, так скажем, прожорливый, но вот такая вот машинка. Кожа, рожа, все дела, белая кожа. Так. Чистенько, гладенько, классненько. Кстати, это редкость купить машину с чистым салоном в Штатах, потому что, ну, блин, американцы, они такие... Они любители, блин, посорить все в машине, как я не знаю, как помойки. Вот. Ну-ка, что-то. Вот так вот внутри. Продолжение видео про машину. Звоночек прошел. Пришлось отключить. Вот такой мотор. Кстати, мы в Walmart приехали, продукты взять сейчас. Ждем еще одного нашего товарища с города Магнитогорска. Вон он, Walmart. Закупается тоже продуктами. Так что V6. Что можно сказать? V6. Видите, да? 3 там, 3 там, 3 объем. Где она? Вон он, 3 литра объем. Такая вот тачечка. Форд, блин, в России Форд, в Америке Форд, да, при этом еще даже, смотрите, что, прикол, да, я тоже видел. Ну все, мне тут опять звонят, ладно, все, всем пока.